Сетки для раздельного сбора мусора у дома 12 по улице Чикина, старые газеты, пластик и другое вторсырье. Исключение – использованные медицинские маски. Однако на этой контейнерной площадке неоднократно были зафиксированы случаи сброса бытовых отходов. Сейчас летний период, может быть, кто-то в отпусках, то есть не прям с утра, а где-то, может быть, и в течение дня. Но как бы вот мы эту площадку взяли на контроль, и каждый день мы приезжаем на нее, фиксация происходит, да, какой мусор конкретно находится здесь. И вот каждый день фиксируем, что да, есть твердые бытовые отходы. При этом часто горожане кидают мусор не в контейнер, а мимо. Отмечают это как жильцы, так и прохожие. Здесь всегда мимо все кладут население. Вот я все-таки думаю, к этому дому привязано. Такой шикарный дом, элитный считай. Элитные жильцы, соответственно, совершенно не соблюдают. Надо им приобщаться к культуре. Сегодня на площадке все спокойно, нарушителей нет. Возможно, и потому, что мусорные баки у дома пока заполнены бытовыми отходами. При этом в Одинцове есть и другие проблемные места, где наблюдается несанкционированный сброс мусора. Сотрудники сектора ЖКХ стараются проводить там рейды почаще. Здесь рядышком на Крылова 2, там тоже есть проблемы, но там стоит бункер. Там у нас чаще всего строительные отходы подкидывают. В ближайшее время рейд проведут и на контейнерной площадке у дома 2 по бульвару маршала Крылова. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».